Год назад сбылась мечта супругов Погибелевых. Они выиграли грант по направлению «Начинающий фермер» на выращивание клубники. Полученные средства 3 миллиона рублей потратили на покупку техники и саженцев. Так в Октябрьском районе появилось настоящее ягодное поле. Рассаду высадили в апреле и уже месяц корзинами собирают урожай. С этого кусочка мы собрали где-то в районе тонны клубники. С реализацией у нас проблем нет. То есть к вам прям можно приехать? К нам приезжают и население Курской области, мы продаем как дома клубнику, так приезжают предприниматели тоже, забирают все дома. А сорта я всем говорю «Маринка», чтобы, знаете, как, кому нужна крупная хорошая клубника, приезжали именно ко мне за саженцами. Ягоды как на подбор, крупные, свежие и ароматные. Главное, что рассаду не подкармливали никакой химией. Клубники хватит всем, уверяет Марина. Сорт ремонтантный, а это значит, урожай будет вплоть до ноября. А в сборе ей активно помогают местные школьницы и соседи. Я сама живу в сельской местности, и мне тоже интересно. Я раньше выращивала и капусту, и раннюю, и позднюю. Но клубника тоже интересна. И как не помочь хорошему человеку? Если просят, у нас население вообще доброе, умное, поэтому кто ко мне обращается, я всегда помогу. Составить бизнес-план Марине помогли в центре компетенции в агропромышленном комплексе Курской области. Начинающих фермеров здесь всегда ждут. Центр компетенции занимается тем, что мы помогаем собирать пакет документов для конкурса, пишем бизнес-планы на развитие фермерских хозяйств, оказываем услуги в части бухгалтерских направлений, юридических консультаций. Фермеры помощь активно принимают. На сегодняшний день в центр поступило уже порядка 60 заявок на получение грантовой поддержки «Агростартап». Ангелина Яхонтова, Семен Ковтанюк. События дня.